Приветствую всех на моем канале. Сегодня заточим вот такой вот клиночек. Микротекш Элмакс. Посмотрим, как себя поведет Элмакс под микроскопом после алмазных брусков на органической связке. Алдим БП50 и БП05. БП05 на обдирку, БП50 уже на финиш. Посмотрим. Так. Так, ножичек. Заточка с завода. Тут я уже практически резал. Такая усредненная, тут не режет, тут не режет, там режет. Вот так, если режет, то как-то так. Так, сейчас начало заточки покажу, а потом все остальное только под микроскопом. Посмотрим сейчас. Может, придется пережимать его. Дело закроем. Тут я некоторые бруски уже попритирал. Не доводил, только попритирал. Так вот. Не летела пылюка туда в механизм. Притер 10.7, 5.3, 2.1 и 1.0. На связке БП50 попритирал. Так, ну что, начнем. Сейчас определимся с углом. 18 градусов сделаем. Так, 18. Тут не 18 было заточено, тут больше, тут 20. Так. Походу 20 было. Даже еще больше. Даже еще больше. Даже не 20. 22. Двадцать два. 24. Двадцать 4,5. 25 градусов.
на сторону. Да. 25 на сторону было. Так, а мы сделаем для начала 20. Посмотрим, насколько будет расширяться подвод. Насколько широко. Потом переформируем на более меньше, чтобы подводик был потоньше. Так, надо позицию поменять клинка. Ближе вот так вот. Еще поменять. Вот так. Так, на этом этапе все. Я буду затачивать, дабы не тянуть время. Может, придется еще позиционировать клиночек, повыравнивать, чтобы было все красиво, все видно. Ну, а вам же под микроскоп покажу саму работу брусков по стали Элмакс. Чтобы быстрее ободрать, надо было брусок взять 200 на 160, но не буду брать, лучше дольше проработаю 100 на 80. Тогда аккуратненько выйду на режущую кромку без каких-нибудь там сколов или зерна, которые останутся.